курит, что ли? А то тетик грозился батюшке бороду выщипит за то, что про китов надоумил. Немного уж. Видишь, вода пошла. А батюшка грозился от церкви отлучить. Это рыбы-киты. Страшные. На кой ляд они тебе сдались? О, на кой? Ну, к чего принес? О, как раз. Камень попался. Большой. А ты бежи отседа. А то еще тебя хватится. Бежи, кому сказал? Бежи. Усилий я приложил, Иван Иванович, чтобы показаться всей экспедиции, но это одному Богу известно. Жаль, поздно назначение получил. А из экипажа ведь только вас одного и смог выхлопотать. Премного вам благодарен, Фадей Фадеевич. А за команду не извольте беспокоиться. Бог подаст. Господин Лазарев, комиссар отменный. Экипажа... Но! Нам бы его в матрос, не соскучились бы. А он и есть матрос. Кто? Он? Эх, покажу вам страны американские, откуда привозят галаши дамские. Здорово, любезный. Здорово, ваш бродь. Не узнал меня часом? Как не узнать, ваш бродь? Вместе с господином Ушаковым ухаживали. А? Не желаете ли глянуть, ваш бродь? У нас почетное уважение к господам офицерам. Особливо морским? Так. А вот как звать, величать и запамятовал. Егор Киселев, ваш брат! Ну да. А не желаешь ли, братец, в другой раз пойти, а? Не прогневайтесь, ваш брат. Не желаю.
от добра добра не ищу. Я нонь на Москве, как сыр в масле, с моей кормилицей. Ну, как знаешь. Откуда привозят галош жиданский? Гординя, гординя отпускай! Отпусти горди, разбирайся, гординя по порядку, стой на скалах! Трави, Шкоты, Шкоты, трави! Отдай, Шкоты! Баланс кипела! Шкоты, отдай еще! Кашу. Так, подтягивай! Подтягивай теперь, выше, давай! Дежурный по смене лейтенант Торсон. Константин Петрович. Симонов, Павел Петрович. Астроном. А что, и офицеры работают? Тем беда. Господин капитан второго ранга. Фадей Фадеевич. Не успеешь молоток отложить. Да вот, полюбуйтесь сами. А это что за ящики? Да это священника груз. Иван Иванович. Какого-то Шебутного прислали. Он, похоже, с собой всю церковь вывез. Да вон он сам с матросами воюет. Отец Дионисий. Ей-богу, ненормальный. Цыц, ведмежьи лапы! Как я есть у вас токмо в едином лице, то я для вас и владыка, и отец родной. А паки, прибыл я из святого монастыря. Братья, которые... А ты своим уставом чужой монастырь? Не суйся. Это кто сие изрек? Отец Дионисий. В первый раз в плавание идете? Впервой. И тоже доброволец? Вот как? Тому есть свои причины. Что ж ты команду обижаешь, отец Дионисий? Микола Мокрый спокону веку был покровителем мореплавателей. Ну, подумайте, господа. Заступница усердная всего рода христианского есть наиважнейшая. Думать нечего. В дальний поход идем, святой отец. И великие трудности нас ожидают. А моряки верят только Николе Мокрому. Послушайте, господин Заводовский, исполняй, что приказано. Вечером будете в клубе? Нет, я привыкла. Испытайте счастье, всего один билет. Испытайте счастье. Ура! 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 Куда ты прешься со своим сараем? Да я ж матрос, ваш брат. Меня ваши господа офицера звали, а Яшкин со мной. Добро мое! Что, Егор Киселев? Или с нами надумал? С вами, ваше коронье! Поднимите его, Дмитрий Андреевич! Да сидел, не утерпел! Что, и шарманку эту дурацкую? В этой шарманке вся и штука! Вот она, родимая! Тут-то! Братцы, баба голая! Какая баба? У меня все дозволено. Господину полицмейстеру. Вы что, рехнули что? Чего? Это ж Венера итальянская. Не учи. По местам стоять! Маршевые по марсам! Марш, марш! Во славу его императорского величества, государя нашего Александра Первого. Господа, я поздравляю вас с началом нашего путешествия. Думаю, все мы счастливы, оказавшись в составе столь интереснейшей экспедиции, которая, пожалуй, впервые в истории флота российского. Простите. Сергей Иванович, а где же наш пленник-то? В камере. Где же ему быть? Ну так приведите его.
Да, как он себя чувствует? Как приказывали, лично кормил и лично спаивался. Пленник у нас, вы шутите, Фадей Фадей. Отчасти шучу. Я надеюсь, мы будем освобождены от экзекуции, господин капитан. Помилуйте, Константин Петрович. Это мой старый друг, мы очень давно. Милостивый государь! Яков, дорогой мой. Милостивый государь, на каком основании вы изволили подержать меня трое суток в заключении? Меня, дворянина, три дня поили водкой! Я вас вызываю на дуэль. Господа, кто может быть моим секундантом? Завтра Лигова в 6 утра. Я не могу принять твой вызов. А вдруг ты меня убьешь? И уж совсем невозможно нам завтра оказаться в Лигово. Ведь мы в открытом море. Как же мог ты? Я лучше принесу тебе мои самые искренние извинения и приглашаю тебя в наш экипаж. Господа, в честь нового члена нашей экспедиции, нашего медика, ура! 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 Нет! Если я не могу капитана вызвать на дуэль оружием, то я вызываю на дуэль твою совесть. Ой, я тебя такой... Лава не устрою. Сдаюсь, сдаюсь, Яков, дорогой. Нет! Меня. Что? Нет, почему слушаю? Ты говорил о каком-то топливе, которое способно создать энергию для преодоления земного притяжения. Это то, чем занимается твой отец? И я, между прочим, тоже. Да, это интересно. Так, ну, у меня пора. Я пойду с тобой. Мне надо кое-что посмотреть. Ну, потом, может, встретимся. Но я же долго буду. Слушай, Кат, ты как-то рассказывал, что свет звезд очень долго идет до Земли. Ну и что? А сколько? По-разному. И миллионы лет, может? Может, и миллиарды. Погоди, я помешал, наверное. А почему ты спросил про звезды? Интересная вещь получается. Мы смотрим на звезду сегодня, а видим ее миллионы лет назад. И сейчас, и миллионы лет назад, вот в это самое мгновение. В таком случае, если на нас, на Землю, взглянуть издалека, а ведь чем дальше, тем объективнее, то получается, что вся наша история — это мгновение одно. Это же... Ну вот той звезды. Может, миллионы лет уже нет, а мы еще миллионы лет будем видеть ее. Стало быть, можно предположить, что
что мы существуем параллельно. И если подчас мы способны ощущать до мельчайших подробностей. Так это ты опять о своем Беллинсгаузене? Да. Но ведь даже русские историки утверждают, что он не доходил до Антарктиды. Потому-то и документов нет. Их нет. Ее уже нет. Она горит. И заметь, не вечно в памяти или в сердцах наших. Вон она, на небе. Расстояние замерить можно. Алеша, дорогой, ну сколько же можно искать пустоту? Не доходил, не доходил. Все, все выше и выше и выше. Но это тоже надо доказать. О, Господи. Он болен. Болен. У него тяжелейшее воспаление легких. Господи, спасите. Господи. Черное море я ему разрешил. Но как услышал об этой экспедиции, я сказал, что я иду к министру. Он согласился, пошли вместе. Он предложил зайти в трактир. Пообедать. Пообедали. А потом я проснулся здесь. Вы вот так вот сидите. Господи. Вы знаете, мне, конечно, не привыкать. Каких он только фортель со мной. Сывачка не выделывал. Здорный характер. Вот сейчас. Скажите на милость. Зачем ему понадобилось это? Стралиус. Инкогнито. Слава. Почести. Ой, Господи, не дождется. Иван Иванович, барометр-то мой сломался. Показывает ясно, сухо. Вот они, машинки ваши дьявольские. На Бога смотреть надо, на небо, а не на циферики ваши проклятые. Академия стала притоном разбойников. Здравствуйте, Александр Петрович. Я уснул, кажется. Ты знаешь, который час? Ну, ты вообще здесь живешь. А почему Катя спит в моем кабинете, а не... А я не сплю. Я как раз закончила и собираюсь уходить. Ну вот, мы и проснулись. Так, так. Катя, дома-то, небось, волнуется, а? Давайте я позвоню вашим. Нет, уже поздно. Вернее, еще рано. Ну, а как ваш? Все ли здоровы? Спасибо, здоровы. Вот, позавчера сфотографировались. Семья-то большая. Да два человека всего, мужиков. Чаю хотите?
Ну где ты там ходишь, рак-отшельник? Иди чай пить. Александр Петрович, а вы никогда не задумались над тем, для чего мы спим? Я сплю, чтоб только тебя не видеть, а все остальные для отдыха. Да я не о том. То, что наше тело и мышцы 8 часов отдыхают, это понятно. Но зачем мы видим сны? 8 часов. Каждые сутки, а? Это ведь треть нашей жизни. Треть. От содержания. Вот я вас прошу. Вот отберите самые свои частые сны. Наверное, во сне вы раскрываете свои возможности на все 100%. А могли бы вы совершить хоть часть этих поступков в жизни? Я могу. А вы, Александр Петрович? Я? Что я? Ну так где же настоящая-то жизнь? Ведь вот сравните. Если... А лучше не сравнивать. Есть очень хорошее слово. Верю. Верю. Это ж прекрасно. Вы это серьезно? Дорогой мой, Леша, я очень серьезный человек. Ты когда-нибудь думал по-настоящему, что такое архив? Это же взрыв вещества. Здесь такие материалы. Здесь столько людей работало до меня. Где они теперь? Вот ты ищешь своего Беллинсгаузена. Ищи. А когда придет время, можно будет сравнивать. Нет. Нет. Державнейшему государю, императору российскому многое лето. Ура! Ура! Здоровье государя императора в день его рождения. Ура! Ура! Господа, столь явное неуважение к особе государя-императора. Не надо так явно, голубчик, иначе накличите беду на свою голову. Я почитаю себя рабом Отечества, а в отношении отдельных подданных его имею свое личное мнение. Прошу в кают-компанию, господа, отужинаем, чем Бог послал. Тихо. Убери лапы! Куды, мой, куды? Тише глотки лжёные, понимаешь ли? Оглохнуть можно! Стоп! Эй, охальники! А то молиться заставлю до утра! А Бог проглядел подножку! Это кто проглядел? Ведмежьи лапы. Я проглядел? Да я французскую борьбу, как отче наш, знаю. Сосунки. А ну давай. Давай! Ого! Победителю баклажку пунш от капитана. А Семён Саныч, что ли? Пусти! Пусти, святой отец! Кому говорю? Пусти, святой! Только не надо показывать, что вам так же весело, как и им. Вам надо, чтобы им было весело. Веселый человек, здоровый человек. Да везет куда надо. Давай, Ванька, так ведь, да? Ну, батюшка, вы у нас чистый разбойник. Где это вы французской борьбой столь искусно овладели? А вот таким манером архимандрита сам Вана выкинул. Ну, боюсь, я долго и печатный. Да, честно.
Это страна Дания прозывается. Народ тут хороший. А вот город Кабельгаге! Не мне объяснять вам, георгиевскому кавалеру, что конфликт любого рода на море недопустим. Но ваше столь вызывающее неуважение к особе государя-императора... Я прошу прощения, Фадей Фадеевич. Мое неуважение к особе государя-императора есть посильный протест против государственного строя в России, процветающего на бесчеловечном рабстве. Как можно считать себя в семье просвещенных европейских народов, а собственный народ держать в скотстве? Говорить о свободе и просвещении и душить свободу и просвещение. Возносить народу славу и благодарение за разгром армады Бонапарта и этот же народ держать в рабском повиновении. Это ли не варварство, Фадей Фадеевич? Я понимаю вас. Скажите, а зачем же вы решились отправиться в столь далекое и рискованное путешествие? Сил нет более видеть все это. Вот оно что. Но позвольте с вами не согласиться. У каждого народа, Константин Петрович, в этом мире свой путь. Господом нареченный. Но вам, что ж... Я русский офицер, Фадей Фадеевич. Господи, так опозорить звание ученого. Земляки! Как опозорить звание ученого? Как я буду смотреть людям в глаза после всего? Ах, славно погуляли. Вот так бы всю жизнь прожил, а таких диковин не увидал бы. Что такие хмурые? Есть неприятности, да? Немцы, ученые, которые должны были идти, с нами не явились. Прислали писульку с отказом, даже не соизволив объяснить причину. Умные люди! Господи, сколько я просил, чтоб нашим... Русским ученым разрешили пойти. А уж охотников-то было, о. Да уж, дураков у нас хватает. Ну полно тебе, Яков! А я и не просил, чтоб ты меня тащил в этот чертов Копенгаген! Батюшка, экватор проходит. Прости, Господи, детей своих малолетних, умом обиженных. Прости, Господи. Нижайшей просьбице, господин капитан, дозвольте взглянуть. Так. Ну и где он? Кто, святой отец? Экватор. А, вон там. Алле на мостике! Алле за бортом! Идет корабль. Из России. Знаю, знаю. Славная сторона. Куда путь держим? К берегам Антарктиды, ваше морское величество.
каких таких краях сия Антарктида? В южных краях. Это у мыса Надеждина, что ли? Еще южнее. Англичанин Кук дошел до 69-й параллели, а мы хотим дерзнуть еще южнее. Это же край земли. Там поди морей-то нет. Чего там матросу делать? Моря там есть. Суровые, холодные там моря. Но у нас такие матросы, ваше морское величество. Ну, ничто их устрашить не может. Ну, просто не матросы, а черти какие-то. А вот список тех, кто еще не платил данью вашему морскому величеству. И бочка рома. Вон вы как замахнулись, вашество. Аж чертей моих перепугали. Ишь, даже от рому рыло воротят. А ну, ендову мне, до краев. Да ты начнем. С Богом. Мич Мандавынов! Ребята, откупаюсь. Две бутылки водки. Три. Четыре. Ну, пять. Пять, говоришь? Пять, пять. Ну, шесть, ваше морское величество. Вот это уже ладно. Живо! Михайлов! Откупаюсь, братцы, откупаюсь. Три рубля серебром, три рубля серебром отпустите. Ты опять здесь. А ты думаешь, я тебя оставлю в покое? Я живу укор твоей совести. Да. А чтоб тебя черти взяли, Яков? Обер-медик Берг! Святой отец, а у вас запасец водки-то имеется? Нет, водки нет. Ну, купите за деньги. Так денег тоже нет. О, беда. Паки, а съедем за духом. Отец Дионисий! Во имя Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа, отринь! Кому поклоняетесь? Христопродавцы! Себя на вечные муки обрекаете! Ну, погодите! Может, откупишься. А это хош? Обрить! Всех вас, охальники, с копом, и предаю. Кресты! Наполеон, а вы люди курил деси кольки фуа. А, простите, я слышал с этого острова, Наполеон пытался бежать несколько раз. А я его видел. В бою под Тарутином прям с под носа утек. Да будет тебе брехать. Вот тебе крест святой. В карете сидел, в шляпе этой, в шинели. Мы пока их гусаров перебили, карету ж тетю унеслась, мы за ней погоним. А тут опять ихние вланы со врагов дарили. Ну и смех император, мать ее. Вот сейчас бы поглядеть на него. Приказывают задраить пушечные порты. Ишь ты! Ох, и грозный какой! In view of state of emergency, nobody is allowed to go ashore. В связи с особым положением сходить на берег никому не разрешается, господин капитан. В
чем испытываете нужду? Нам нужно пополнить запасы воды и провианта. Все необходимое вам доставят на борт наши гвардейцы. Куда путь держите? В Антарктиду. Ту Антарктиду. Pardon? Простите. Terra Australis Incognita. Mr. Captain, the governor of St. Helen, Mr. Shelton. Господин губернатор Святой Елены, мистер Шелтон, приглашает вас, господин капитан, отужинать в его резиденции. Константин Петрович, прикажите подать мой катер. Благодарю вас. Thank you very much. Сердитые какие! Ноги что-то занемели. Ёк-макарёк! Боцман теперь живьем съест! Ну чего лезть теперь? Ребята, ребята, ребята! Егор, здоров ли император? Сколько ему? Пока снова императора не увидит. Терпи, Егор, за императора страдашь. Я уж его издалек приметил. Ты признал сразу. Он. Ей-богу, он. Голову опустил. И по дорожке гуляет вокруг дома. А солдат через каждый аршин 7 стоят. Друг дружку видит. Я все ж ползком по кустам еще ближе подобрался. Опять гляжу, он. И сюртук, наверное, вроде тот же. И шляп, правда. Голову опустил. Ходит и ходит. Премного благодарны, господин фельдшер. Ну так вот, ходит и ходит, головы не поднимает, как заведенный. Видать, шибко крученится. А чего им крученится? Ха, поет, кормит, охраняет. А думает, небось, на кой хрен я в Россию с войском подался? Жил бы сейчас припеваючи, над всей Европой царь, а теперь вон, на островке посередь океану. Вот не поверите, меня даже жалостило. Дурень ты, думаю, дурень. Беда нам с нашим пленником. То заговоры, то капризы, то заявит, что вдруг и тяжко болен. А что, в самом деле император нездоров? Well, is the emperor really ill? Доктор обследовал генерала Бонапарта и сделал заключение, что телом тот абсолютно здоров, а душой, несомненно, болен. И ничего нельзя сделать? And nothing can be done. There's only one remedy. Есть только одно средство. Вернуть его в Европу и дать 200 тысяч солдат. Что он сказал, ваш брат? Дурак. Александр Петрович, чего это вы в темноте сидите? Нашел ты своего Виленгаузена? И не найдешь.
Закрывай лавочку. Пойдем. Все в наших мозолистых руках. Война, Леша, началась. Лейтенанта Головина к комбату! Лейтенанта Головина к комбату! Да слышу, 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 что у них там? Слышь, горит что? Белозеров! Не нужно раненых в подвал! Давай к дороге их, понял? Сейчас машина придет, заберет. Давай тут... Лейтенант Головин. Ты по-немецки рекаешь? Да. Так точно. Там Никитич фельдфебеля какого-то поймал. Сейчас начальство приедет из полка. А мы уже здесь. Ну, хозяин, угощай, чем Никитич послал. Ну, говорят, фельдфебелем разживился. Точно, а может, действительно, для начала заправимся. О, откуда ж такое богатство? Это Никитич фельдфебеля с приданным взял. Вместе со сковородкой. Только у них, видно, с жиром хреново. Гляньте, на чем жарят. На бумаге. Ишь ты, старая бумага. Да-да, даже герб царский. Это же из архива. Откуда взяли вы это? Ты у Никитича спроси, он фельдфебеля взял. А я так думаю, что он из-за своей жадности погорел. Не хотел со своими тушенкой делиться. Решил в одиночку ее трясти. Выскакивает он, значит, из окопа. И прямо аккуратно меня. Посадки прет. Ну, думаю, приспичило парня. А он тушеночку разложил, сковородочку пристроил и за дровишками побежал. Не поверите, мне его прям жалко стало. Ну, думаю, дурень ты, дурень. Разве можно у нас добро без пересмотра? Возвращается-то он, значит, с дровишками. Ну, дитё. Ей-богу, дитё. На мой автомат вылупился и никак не может понять, куда это его баночки подевались и откуда эта хреновина взялась. А? Веди своего Гитлера до комбата. Это можно. Откуда это у тебя? Woher hast du das? Papier? Aus dem Schlosskeller. Он говорит, что это из подвала дворца. Они разбили ящики на дрова, а там эти бумаги. Много их? Vier Kisten, waren dort. Zehn. Десять. Die Kisten waren groß. Ящики большие. Ну и что? На und. Да я тебя спрашиваю. Как мы возьмем этот груз? Да. Боем мы их не одолеем. Тихо, без шума, такой груз не унести, тем более без ящика. Ага. Что он говорит? Полковник сообщил об этом архиве командованию. Завтра из Берлина прилетает большое начальство. Подвал заперли, оставили часового. О, я же говорил, что все это бесполезно. Наплевать и забыть про эти бумажки. Других зовут по городу. Спасибо. Ты вот что, Головин. Ты напиши докладную в штаб дивизии. Зачем? Зачем? Зачем вот немцам наш архив понадобился? Если сюда начальство из Берлина летит за какими-то бумажками. Вот-вот.
Уже неделю как похолодало. С утра шел снег. Я должен вас осмотреть. Вы плохо выглядите. Что-то на душе нехорошо, Яков. Душа болит. Мать моя, Пресвятая Богородица, вода и вода. И куда столько воды-то? Землицы бы, хоть самой малости. Венера Италийская! Самая красивая баба на свете! Знающие люди! Говорят, что в самом деле она под Рязанью проживает, а италийцы ее нарочно в свои записали. От зависти! А вот город Рязань! Есть Кособузы? Подходи! Есть я, брат! Давай. Я Кособузый! Ну дайте, ради бога, глянуть-то! Ну что же вы, ну дайте же матушку Рязань-то поглядеть! Ну что встал-то? Чего? Посмотрел и отходи, дай другим посмотреть. Брат, ну дайте посмотреть. Ну не толкай, дай посмотреть. Ну-с, как у нас дела? У нас уже зима должна. И здесь утром снег шел, растаял. Что происходит здесь? А затирку! Живо! Где он землю увидел? Вижу! Какая земля? Где ты землю видишь? Земля! Россия, матушка! Вижу! Он заболел. У него мираж. Твердохлебов! Быстро вниз! Я же вижу! Какая я раз, сукин сын! Немедленно вниз! Вы что стали? Сымите его! Земля, пожалуйста, пройтись. Порощица березовая, лесного бы духу вздохнуть. Ах ты, Пресвятая Богородица, вода и вода. Степа, ты чего тут, Степа? Землю, беда, Егор, церковь. Будто мать идет за меня молиться, а вокруг шмели гудят и поле гречишное. Пойдем, Степа, нельзя тебе тут, припекло, видать. Ну-ка, давай. Что с ним? Известное дело, тоска по родине. Среди россиян заболевание весьма распространенное. Ha 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 ha
Не кажется ли вам странным, Константин Петрович? Вы дворянин, свободный человек. Бежали в океан, чтобы быть как можно дальше от родины. А этот матрос, раб, униженный, оскорбленный, которого с родиной, кроме страдания, ничего не связывает, готов отдать жизнь, чтобы хоть на миг увидеть родную землю еще раз. Егор! Киселев! Егор, занеси-ка ко мне свою шарманку. Слухай, ваш брат! А вот, ваш брат! Ты свободен. Видишь, как оно вышло-то? Думал, как лучше, а видишь, как. Воля ваша. Только не вздумай восстанавливать. Бог даст, вернемся, я тебе новый куплю. Третий день не ест. Ничего. Лежи, 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 лежи. Я уж вроде там был. И даже в район глянуть не успел. Мне бы хоть одним глазком. Конечно, конечно. Яков, распорядись. Убежал. Даже в район. Не успел. Читайте, батюшка. Читайте. Так надо. Земля! Снежный остров, друзья!
другой, третий. Много! Отмаялся сердечно. Так родной земли и не увидал. А мы-то ее увидим. Вон Егор намалюет, в райок глядеться будем. А где капитан? А, все свою Аустралию с инкогнито ждет. Ну что, Яков, все осмотреть меня хочешь? Ну, лезь сюда, да осматривай. Береговая, ваш брат. То-то оно. Уже второй день летает. А может, ваш брат, а... Сплюнь, сгладишь. Никитич! Здесь, а? Как стемнеет, сходишь к дворцу, посмотришь подходы, понял? Никогда тебе не прощу этого, зануда. Покойник, я слыхал, к добру. Зато луна в беде. Смотри, сколько крестов. На всех хватит. Да уж. Еще и фрицам достанется. Точно. Окна забраны решетками, одному не управиться. Я пойду. Так за мной. Кондрашов! Сидоренко! Вот он где, товарищ майор. С решетками сумеешь справиться? Смотреть надо. Вот в Пензе было... Ступай, ступай. А ты пойдешь посмотреть, те ли это бумаги. Есть. Пойди, лейтенант, посмотри бумажки-то.
давай, давай, дергайте нас, дергайте. Автомат забери. Засиделись, ай, светло-то как. Повезло. We have decided that you are all whalers. I haven't met anybody. Мы решили, что вы китобои. В этих краях, кроме китобоев, я никого не встречал вот уже 5 лет. И потом, что тут делать военному кораблю? Мы идем к земле Антарктиды. What for? Зачем? Экспедиция с научными целями. Обнаружить, наконец, эту таинственную Terra Australis Incognita. But how a glorious Captain Cook sailed in these latitudes. Но ведь славный капитан Кук ходил в этих широтах много южнее и никакой земли не обнаружил. У нас есть основания предполагать, что материковая земля существует. Don't you trust Cook? Вы не верите Куку? Великому капитану Куку? Кук действительно отважный и великий капитан. Но мы хотим проникнуть в более южные широты. Неверующему Фоме хоть колки. Фома из... Он говорит, это ваш соотечественник Федор Горбатов. Он уже 5-й год на моем боте старшим матросом. Я восхищаюсь его мужеством и выносливостью. И могу дать только самые лучшие рекомендации. Каким образом ты оказался среди английских китобоев? Обижал.
беглый я, ваше благородие, господин хороший. Сперва барин бежал, поймали, в колодке заколотили. Вдруг речь бежал, всю Сибирь прошел, до Аляски добрался. А там к английским китобоям прибился. Так что постранствовать довелось, господа хорошие. Как вы есть подданный Российской империи, то надлежите быть арестованы и припровождены в пределы государства российского. А ты попробуй. Возьми меня. Has something inadmissible happened? Он спрашивает, случилось что-нибудь непозволительное, господин капитан? Стыдитесь, мичман. Нет, ничего. О, но у нас... Ничего не случилось. Let us drink to the luck of your... Давайте выпьем за успех вашего рискованного предприятия. Won't you buy some barrels of... Не купите ли вы у меня несколько бочек жиру? Вам пригодится. А, черт, поймал шельмец. Придется купить. За ваш счет, мичман. Извольте, Иван Иванович, я всегда к вашим услугам. Take care of icebergs, captain. Берегитесь айсбергов, капитан. Не дай бог познакомиться с ними нос к носу. Благодарю вас, капитан. Thank you, captain. Скажи, братец, а родина? По родине не тоскуешь? Кандалы и палки, моя родина. Это вам она родина, а мне? Упаси Господи от такой родины. Так что вот. Господин капитан, прикажите нам силой оружия заставить англичан выдать беглого каторжника. Да помилуйте, Дмитрий Андреевич, вы уж сразу войной. Там беглый государственный преступник. И по закону его следует арестовать и содержать под стражей до прибытия в пределы Российской империи. Вы русский моряк, мичман. И постыдно брать на себя роль жандарма. Прежде всего, я русский дворянин, защитник вековых устоев, на которых стоит Великая Россия! А вы уверены, что именно на этих устоях зиждется величие России? Совершенно уверен, господин капитан. И по возвращению на родину я обязан буду доложить о всем печальном происшествии в письменном рапорте. Что ж, ваше право, мичман. Это мой долг, господин капитан. Спор промеж них вышел. Башку себе сломаю. Голубь наш. Ну, он, Тарсон. А меня взят в линьки. На что был спор-то? Торсон утверждал, что отыщем Антарктиду до Нового года. А я говорил, что нет. До Нового года. Баловству потакаете, Иван Иванович.
Поздравляю вас, Константин Петрович. Но смею думать, что на английском там или французском фрегате вам вряд ли дозволят показать себя. Господин капитан, по случаю Нового года приглашаем вас в кают-компанию. Люблю! Люблю всех! Это из вас страх выходит. Ну, право слово. Вот одного со страху на подлость тянет. А вас, голубчик вы мой, на любовь. Могу поспорить с вами, святой отец. Сан не позволяет. А я готов держать пари, что через минуту наступит Новый год. Кто не верит, деньги на стол. Это вот Слим, а Тит Дионисий так ведь и не понял, откуда у нас лишний день взялся. Для него все еще 30-е. С вами, батюшка, я на деньги не буду. Если не верите, вот вам бутылка, но с морской водой. И на мачту. Люблю! Люблю всех! Господа, я в связи с этим вспомнил одну... А где же Мишка Давыдов? Господин Берг обнаружил воду тухлой и приказал ее вылить. А утром мичман Давыдов отправился за льдом. Утром? И до сих пор его нет? Ну, такой туман, они же... Сжечь фальшвейеры, бить в колокол, палить из пушек. Немедленно ложиться в дрейф. Честь морского офицера. Я знаю. Я об одном только помышлял, что сим могу уберечь от мичмана Давыдова людей честных, но безрассудных, которым мичман сей в России мог много вреда причинить. Честь капитана. Дай им силы, Господи. Сохрани и помилуй их. Сказывали, будто в этой воде больше 3 минут не продержишься. Мир всем! Поддержите его! Поддержите его! Помощник! Куда? Штурвалу!
все тяжелое на левый борт! Посетить команду откачивать воду! Баку вперед смотреть! Право руля! Соправо! Еще право руля! Валерий Валерьевич, шлюп плохо слушается руля. Паруса не берут ветер, мы между айсбергами. Ставить верхние прамсели! Это бесполезно, наши мачты сожжены на 30 ниже. Течь большая, откачиваем! Вооружить матросов драгами. Пачка будет приближаться гора, будем отталкиваться. Шлюпку на воду. Восток на буксир. Постарайтесь, голубчик. Шлюпку на воду! Эй, Горея, не зевай! Слева по борту льдина! Слева по борту льдина приближается! Нас несет на скалу! Господи, отче нашей женщины, Демисия! Вот шанс какая! Мне повезло! Ну что ты, дружок? Спасся! Ну! Тешу себя надеждой, что ту дурь, за кое вы чуть не сгинули, вы там оставили. Я жив! Рад, что вы нашлись. Отдыхайте. Константин Петрович, проследите здесь. Надолго к нам. Ах, да. Вот. Не поднимать, не переносить, не нагибаться. Слушай, я ничего не понимаю в этих бумажках. Позвоночник и голова. Ничего, все пройдет, все же живет. Эй! Бумажный крыса! Ты хоть знаешь, какое сегодня число? 29-е. Или... А 31-й не хочешь? Новый год прохлопаешь! Собирайся! Пойдем в одну компанию, и там тебя сюрприз ждет. Куда это? Увидишь, увидишь! Собирайся! Сколько раз я от Зои слышал? Катя, наша Катя, подружка Катя, Катя, Катенька. Работаем вместе, станки рядом. Но я даже и подумать-то не мог, а ведь я, оказывается, эту Катю, Катеньку-то знаю. Ведь кому не расскажи,
где вот такой махонькой нянчил. Да что ж мы не наливаем? Через минуту Новый год начнется. Встали? Чтоб ему в этом году сдохнуть за победу. А теперь мужчины приглашают дам. Прошу вас, мадам. Нет, нет, я просто... Я у тебя не был никогда. Так-с. Поворот, так-с. Так, прекрасно. О! А где же... Двери не запирайте. Сквозняков понастроили. Ты что это делаешь? Мне надо. Врачи велели. Не нагибаться, не поднимать, не таскать. Вот чего тебе врачи велели. Это инвалид, а я мушка. А где Катя? На заводе. Бывает, дня по три не приходит. У меня чай есть арбузный. Вот твой паёк. На хне. Спасибо. Я отработаю. Да ладно. Ты и так уж за целый год отработал. Ты этой гимнастикой доведешь себя до... Катя, поди... Катя совсем почти выздоровела. Ей уже легче намного. Она совсем почти... Она-то выздоровела, а ты... Я тут ей письмо написал. Тут... Александр Петрович, я тебя прошу. Если со мной случится, что, ну, помру я. Ты же найдешь карты Беллинсгаузена. Ты это брось! Сколько раз умирали, а все живы. Ты вот женился, а свадьба? Друзей позвать? Эх, все у тебя не как у людей. Свиней все признаки цинги, как бы не перебросилось на людей. Слушатели измучены. А где Торсон? Ушел за льдом, Фадий Фадич. Он не, он сам пошел. Вон они уже разгружают. Бочки сюда давай. Ну, Гриш, подсоби. Сюда, сюда. Фадий Фадич, там... Там дальше стена сплошного льда. Ни на восток, ни на запад конца ему не видать. А сквозь лед мы успели заметить нечто темнеющее. Может, земля. Этот чертов туман налетел, видимость упала. Кстати, я вчера препарировал пингвин. И у него в желудке обнаружил камушки. Что ж ты молчал-то? Ну, с этими свиньями... Где мы находимся? Здесь.
откуда пингвины камушки? За 1000 миль от ближайшей земли. Лавировать и мерить глубины. Живо! Ветер. Норд-норд-вест. Но здесь течение. Давайте по течению выйдем сюда. Оставить только косые паруса. Близко не подходить опасно. Я относительно камешков полагаю. Да неужели снег этот никогда не кончится? Господи! Эй, ты! Чего растопался? Тихо. Лёша! Лёша! Видишь, порядок навёл. Праздник, что ли? Рак завалилась. Так. Дело его императорского величества флота лейтенанта Торсона К. Докладывая вышеуказанный Торсон КП в день те же именин его императорского величества, выказал неуважение к особе, а также придерживался взглядов, не раз высказывался в духе, в чем имел поддержку от его императорского величества флота капитана-командора Беленсгаузена ФФ, не пресекавшего, что же касается господина Торсона в деле о беспорядках 14 декабря 1825 года, могу дополнительно сообщить его императорскому величеству Следственной комиссии, его императорскому величеству флота лейтенант Давыдов. Приговор его императорского величества военного трибунала, бывший его императорского величества флота лейтенант дворянин Торсон КП, приговаривается вечным каторжным работам. Лёша, Лёшенька, дорогой, нашел, значит, нашел, а? Ты что ж ты ко мне не пришел, не сказал? Ах, да я же, меня же ведь, ах. Алло, барышня. Парышня, 5:29. Да. Земля, господин капитан! Видимость плохая, но рассмотреть уже можно. Егор! Егор! Где Лазарев? В 2 милях от нас. Сигнальте, наверное.
ставить паруса, будем продаваться. Мирного сигналят, маневр выполнить не могут. Да, с его скоростью соваться сюда, погибель верная. Мне кажется, повторяется история с Куком. А что? Что с Куком? Может, и он достиг бы таких широт. Да взбунтовалась команда, и он вынужден был повернуть. Я поговорю с ними. Подождите, Константин Петрович. Батюшка, вы пойдете. Так ведь... Ну что ж, на все воля Божья. Я принес пистолеты. Ой, не надо, а. Успокойтесь, батюшка. Это для нашей давешней дуэли. Да. И кажется, я буду стрелять оба раза. Батюшка. Проходи, батюшка, проходи. Ваш, братья. Чего мнешься? Говори, как есть. Команда вот тут. Кто его знает? Служители просят. Дозвольте чистые рубахи надеть. Иван Иванович, распорядитесь. Только легкой надевайте, Никифорыч. Бегать шибко придется, чтоб не мешало. А молебен бы еще. Некогда. Ну и на том спасибо. Давай, ребята. По местам стоять! Марс, вы по Марсу! Марш, марш!